Продолжаем разговор в студии программы «В центре внимания». Сегодня у нас в гостях председатель Дальневосточного отделения РАН, вице-президент Российской академии наук Валентин Сергиенко. Валентин Иванович, ну, позвольте немножко все-таки о личном. Во-первых, я поздравляю вас с прошедшим недавно юбилеем. И хотел бы спросить, как вы вообще пришли в науку? С чего начиналось все? Все начиналось, наверное, от учителей. А вы что, в школе уже знали, что будете ученым? Нет, я не знал, что не мечтали космонавтом, моряком быть, как все мальчишки тогда? А все прошло от летчика, моряка, инженера. То есть все было, в общем, в разное время все хотелось. Но вот любопытство и стремление всегда узнать, ну, немножко больше, чем вот ты видишь, наверное, это. А потом как бы направление или направленность вот на работу в сфере науки, конечно, это университет. То есть в то время университет, конечно, был не такой богатый, не такой шикарный, как сейчас. Все было намного скромнее. Все жили вот в одном корпусе на Суханова, 8. И химики, и биологи, правда, уже жили отдельно, юристы отдельно. Но физики и химики были в одном месте, и математики. И была замечательная профессура, которая не имела степеней доктора наук, но по уровню работ, по уровню понимания предмета, который он преподавал, это были, на мой взгляд, просто выдающиеся люди. Я с большим душевным трепетом вспоминаю Алексея Даниловича Ершова. Это вот был наш завкафедрой теоретической физики, которую я окончал. Это Валентина Владиславовна Ветер. Это физика твердого тела. Это Василенко, теоретическая механика. Это вот для меня это образцы преподавателей, педагогов, университетских педагогов, не школьных. У школьных как бы несколько другая функция у педагогов, а в университете все значительно сложнее. И для них сложнее работать, и сложнее заинтересовать, не отпугнуть абитуриентам, начинающего исследователя, ну, какими-то колоссальными сложностями. Всегда можно мозги, прошу прощения за не совсем литературный слог, запудрить мозги до такой степени, что отбить желание навсегда подходить к этому предмету. Я знаю ряд людей, которые, ну, уже во взрослом состоянии, они панически боятся химии. Почему? А потому что вот когда-то в школе вот наговорили таких страстей, что человек не чувствует этого предмета, он просто боится его. Я вот из таких людей. Тройка по химии в аттестате итоговая. Отсюда прошли гуманитарии, наверное. Валентин Иванович, что лично вам вот сегодня, на сегодняшний день, особенно интересно в науке? Какое направление привлекает больше всего? По-прежнему физика-химия? Ну, наверное, да, потому что это все же моя область, область материаловедения, область функциональных материалов. Это теория строения вещества и взаимосвязь строения со свойствами, потому что это позволяет как-то быть очень близко к задачам, которые важны для практики. Вот я не знаю, один пример привести. Вот где-то там в середине 70-х годов появилась статья в газете «Правда». Наш директор Юрий Владимирович Гагаринский написал статью о том, что морская вода является фактически жидкой рудой, и она способна, море способно обеспечить всеми минеральными компонентами человечества на всю историю. И вот чуть позже у нас была создана лаборатория сорбционных процессов, задача которой была разработать технологии извлечения ценных компонентов из морской воды. Это вот сначала мы этими вещами занимались. Создавались установки совместно с ГИАХИ, работали мы на Сахалине, работали здесь вот на ТЭЦ-2, на водозаборе. Любопытные были работы, даже были наработаны там сотни грамм стронция, который был извлечен из морской воды. А потом, вот уже где-то в 90-х годах, вот это направление неожиданно выстрелило в направлении решения важной задачи. Вот, если вы помните, в 1994 году был подписан указ Ельцина, запрещающий сброс в Японское море радиоактивных отходов. Значит, там сбрасывалось немного, сбрасывалось, ну, на порядке меньше, чем сегодня сбрасывает в Японии. Сбрасывалось всего 300 тонн под винты в центре Японского моря. Это рассеивалось, там следов найти было невозможно.
И вот тогда мы занялись проблемой переработки радиоактивных отходов, опираясь на тот багаж знаний, который был накоплен при разработке абсорбционных технологий, когда мы пытались из морской воды что-то извлечь. Сегодня эта задача на Дальнем Востоке решена. Все отходы, которые были здесь, они переработаны. Существует предприятие Росатома «Дальрав», которое использует наши технологии, наши материалы и решило эту проблему. И сегодня мы предлагаем эти результаты для тиражирования. Сегодня мы работаем в Чернобыле. Это и очистка почвы от радионуклидов, и очистка отходов под укрытием, и ряд других работ. Сегодня мы вышли на контакты с крупной, достаточно крупной немецкой фирмой, и вместе с ними мы реализуем контракт вот на Чернобыль. И надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый контракт по Фукусиме. Хотя самим нам, в общем, так и не удалось пробиться. Я много занимался этими вещами. Ну, невозможно. То есть бюрократия в Японии на порядок сильнее, чем в России. Это точно. Они к нам обращаются за технологиями? Или мы им предлагаем? Вот авария произошла 11 марта. 23 марта я уже был в Японии по приглашению Министерства иностранных дел Японии с группой специалистов для оказания консультаций. И вот с 23 марта 2011 года мы только продолжаем, что консультируем, ездим, обсуждаем, но продвижения нет. А это никак не связано с политической международной обстановкой? Я думаю, что связано. Или наука вне политики? Думаю, связано. И связано, ну, наверное, как, поскольку вот эту сферу в Японии в значительной мере контролируют американские наши партнеры и друзья, так называемые. И допустить российские технологии, ну, естественно, они делают все, чтобы этого не произошло. Хотя мы показываем и проводим испытания в Японии. Наш материал, коэффициент распределения, это показатель эффективности работы материала. У нас 45 тысяч, у них в лучшем случае там 170. Ну а что же заставляет так японцев реагировать, такая высокотехнологичная страна? И ну, в этом потому что вот там, отстало, там было принято решение, что будут, для решения проблем будут реализованы системы Альпс, которые разработаны были японцами и американцами, и они не желают менять подход. А у нас технология, она совершенно основана на других принципах. И находятся разные причины, почему вот это нельзя сделать. Потому что мы не можем работать на тех скоростях потоков жидкости, что работают или пытаются работать они. Ну, ряд других есть показателей. Но у них за 3 года не переработано ни одной тонны отходов. Все, что было, все осталось. И количество, если сначала было там 300 тысяч тонн, напоминаю, что на Дальнем Востоке вообще весь объем отходов от атомного флота, ну, едва ли превышал там 40 тысяч. В 10 раз? Почти. В 10 раз. Но сегодня у них есть 160 тысяч кубов морской воды, которую нужно чистить. Это есть канал, который заполнен морской водой, и там очень много стронция и цезия. Для Приморского края это опасно, Валентин Иванович? Успокойте обывателя, нет, или, может быть, растревожьте? К счастью, нет. Видимо, на небесах, хоть я атеист только закоренелый, но на небесах, видимо, кто-то есть, кто отвел, в общем, от России вот эту головную боль. Угу. Так случилось, что гидрологический режим, атмосферный режим, он таков, что все выносит от берегов Японии, выносит в центр Тихого океана. Это прежде всего идет на Гавайи и дальше на Америку. Валентин Иванович, вы себя только что атеистом закоренелым назвали, а вообще, если рассуждать в целом, ученый может верить в Бога или это строго противопоказано? Да нет, это дело каждого, это совесть и дело каждого, это личное дело. Я знаю людей, которые не последними являются в науке, но они верят в Бога. Я, правда, не могу понять, во что они верят. То ли в непорочное зачатие, то ли еще во что-нибудь. Ну, вот у меня другая позиция. Валентин Иванович, вы все это время работаете на Дальнем Востоке. Вам за время работы никогда не хотелось покинуть Дальний Восток и попробовать поработать в другом регионе позападнее? Ну, в самом начале. После окончания аспирантуры у меня было предложение там, в Ленинград. И я бы с удовольствием уехал, если бы был как-то просматривался вариант обеспечения жильем. Ну, в то время был уже женат, был ребенок. И просто так вот с закрытыми глазами я не рискованный не до такой степени человек.
А после нет, и тем более в последнее время я вижу, что происходит в институтах в центральной части России, и я абсолютно убежден в том, что возможности для научной работы на Дальнем Востоке ничем не хуже, чем в центральных институтах. И обстановка, особенно вот эти последние годы, она здесь лучше. У нас больше молодежи. У нас молодежь, не имея вот того рынка предложений, она идет в науку. У нас сегодня 25-30% молодежи до 30 лет в каждом институте. И есть просто талантливые ребята. Откуда кадры приходят? Федеральный университет. Это, если раньше дальневосточное отделение процентов на 80 комплектовалось выпускниками центральных вузов, то сегодня это 97-98% это Дальний Восток. Наши, да? У нас мы для того, чтобы как-то готовить себе смену, мы много работаем с высшей школой. У нас сегодня более 30 базовых кафедр, созданных не только в Владивостоке, не только на базе Федерального университета. У нас есть и в других вузах Владивостока, у нас есть на Камчатке, на Сахалине, в Хабаровске, в Благовенческе. Там, где есть наши институты, там у нас есть связи с местными университетами. И мы работаем, начиная от школы, и участвуем в проведении олимпиад. Мы устраиваем дни открытых дверей, мы заманиваем, честно говоря, вот детей с горящими глазами. Вот кто любопытен, вот те люди нужны. Вот такие пассивные, они вообще в науке не очень нужны. Это хорошие исполнители, но он не будет никогда креативным человеком. Для этого человек должен быть любопытным. И Владимир, мы работаем, и начиная преподаем и на первых курсах, и дальше, и магистратура в значительной мере вот по некоторым направлениям базируется в наших институтах. И у нас есть среди наших выпускников очень хорошие есть ребята, которые с удовольствием идут к нам. Мы, конечно, поддерживаем. Мы поддерживаем заработные платы. Мы максимально делаем для того, чтобы обеспечить жилищными сертификатами. И любые другие преференции для молодежи мы устраиваем, чтобы они закрепились. Но вот сегодня, когда прошла эта реформа, боюсь, что наша молодежь начинает терять некую ориентацию. И сегодня уже налицо есть отток, к сожалению. И когда подготовленные люди получают предложения из-за рубежа, поработать по контракту там 5 лет в Швеции, в Германии. И удержать их сложно, потому что вот есть временной интервал, нынешнее, настоящее время, оно полно неопределенностей. Непонятно, что будет завтра. Вы же смотрите, периодически в прессу вбрасывается, что ФАНО принимает или обсуждает вариант сокращения там на столько-то числа институтов. Оно вводит новое правило там, обеспечения работ, когда будет обеспечиваться каждый в отдельности человек. Ну, а если ты сегодня не получил грант, ты что должен делать? Уйти из института? Порвать с той тематикой, которую ты вел? А завтра ситуация изменилась, и что будет? У тебя просто нет людей, с которыми будет выполняться. Наполняется, то есть копируя западную систему, мы наполняем некими индивидуумами, которые как будто бы должны решать проблемы, которые здесь стоят. На самом деле этого не будет. И то мнение, что все за рубежом так, и у американцев все так, оно ведь ошибочно. Это так не договаривается определенная часть информации. И складывается такое мнение, оно искаженное. Я хорошо знаю ряд американских университетов. Я знаю, что там на 70-80% они обеспечены бюджетом на постоянной основе. Да, он может пересмотреться через 5 лет по результатам анализа деятельности университета или этого подразделения какого-то в университете. Да, там может уйти бюджетное финансирование. Ты остаешься на грантах, что заработал, то и получил. Но значительная часть, более 70%, это все же бюджет. А у нас предлагается медленно-медленно перевести на такую индивидуальную основу. У нас до конца эфира остается буквально одна минута. Валентин Иванович, как вы проводите, предпочитаете проводить свое личное время, свободное от работы? Да его, к сожалению, очень мало. Но все же. Литература, предпочитаю дома. Музыка, природа. Немножко что? Музыка, немножко литература. Причем литература классика. Я слабо знаю, слабо понимаю современные тенденции
литературные. А классика, да. Скажите, вы книги читаете или с компьютера? Нет, книги читаю. Все-таки книги. У меня дома есть небольшая библиотека, я читаю книги, конечно. Валентин Иванович, я еще раз поздравляю вас с прошедшим юбилеем и искренне желаю вам успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо большое. Это была программа «В центре внимания». Спасибо, что были с нами, и до встречи.